Хей, йо, гей, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Ghostbusters. Что, тут что-то странное есть? Короче, мы в музее искусства. Вероятно, с Калямбу... Ты в порядке? Блин, почему мои так быстро отлетают? Это очень плохо. Хетит, Меннонит, Финикийец, Вавилонец, Ассириец, Месопотамия, Шумер. А, это все выдумки. Одна из этих вещиц должна стоить у нас в офисе. Выбери что-нибудь интересное. Окей. Сейчас посветим и выберем. Питер, приступай. Эй, милый, как прошел день? Мы добрались до кабинета охраны. Он разрушен. Точнее, его разрушили. Темная слизь повсюду. Работают только несколько камер. Когда освободится, попробуй открыть ворота кодом 3487. Ради удовольствия. Подожди. Ой! Рэй, держись подальше от Казар. Казар, говорил. Доктор Эрдл, если вы еще здесь, можете догонять доктора Стэнса? Короче, что можно было сказать? Код, который он ввел, скорее всего, это отсылка на что-то. Я сбил одного паразита, нашел другую комнату охраны, но потерял доктора Ротфелда. Видимо, его что-то захотел. Ты не привлекаешь, когда одержим. Рэй, серьезно. Вижу вас по камерам. Вы идете на выставку. Или столько, что там побывало. Мы в пути, спасибо. Давайте! Ты знаешь, чем отличается эта выставка от остальных? Здесь у солдат есть оружие. Это в натуре. На нас может напасть эта коняка. Они все так к выходу идут, хотя зона очень здоровая и как раз похожа для битвы. О! Напугало. Проклятый мушкет с Старки. С 1868 года стрелок-артиллерист-конфедератор Сесиль Старти дезертировал с поста посреди кровавой битвы, в котором погиб его взвод. Последний вышедшего из его взвода проклял Старти на последнем вздохе. Орудие, которое ты оскорбил, тебя еще найдет. Старти был убит спустя годы при несчастном случае на охоте. Свидетели утверждают, что он выстрелил из своего оружия 12-футовым ядром, но выстрел отрикошетил от дерева и снова вернулся к своему напуганному владельцу. Ух ты. Вау. А, подожди. А, нет, все нормально. Ну вот один из артефактов, как вы хотели. Я прыгаю, изучаю, потому что мне интересно найти все, что вообще в игре есть скрытое. В игре прикольно то, что здесь вообще есть элементы RPG. А есть находимые предметы, да, есть описание призраков, их немножко история. Давайте пойдем как можно скорее.
Да, я тоже сомневался, что все получится. Но надеюсь на хороший исход. А, да ладно. Ух, у меня большие помехи. Подожди, дайте... It just, maybe they just cropped, but those barrels are marked explosive. Ой-ой-ой, я понял. Давайте лучше с французскими войсками сражусь. Так, поехали. Призрак Союза. Участники гражданской войны, заблудившиеся на пути к сражению самой холодной зимой в истории на восточном побережье. В конце концов, они погибли, не дойдя свои 30 миль до дома. Теперь они осаждают город в поисках новых сражений. Похоже, что Мадеи им с этим повезло. Так, а теперь призрак... Конфедерации. Эти призраки сражаются в отряде партизан-рейджеров. Пайдерстекер был так сконцентрирован во время сражения, что когда погибали, не могли этого осознать. Они безошибочно опознавали свое полковое знамя. Поэтому, когда изорванный боевые флаг занял место в коллекции музея, туда же отправился и они. Увы, там и им пришлось столкнуться с призраками Союза. В результате его завязался яростное сражение. Партизаны-рейджеры Пайдерска очевидно уверены, что Союз снова поднимется, даже если им на это понадобится больше времени, чем при жизни. Incoming! Hey, over here. Find some cover. Oh, on your left. Okay, here they come. Blasted, sorry behind. Way to go, Greenhorn. Ow! That was ow there. Nobody messes with the kid. No. Light them up. Oh, great! A whole mess of them. Wish this trap had a window. It'd be just like a little Vicksburg snow globe. Нифига, я могу сразу их метать в этот. Ладно, заберу ловушку. О, нихера. Я ничего стрелять не буду, потому что я могу сломать. Короче, надо ловушку поближе поставить свою. I'm down. Ah.
me! Blast it! Sorry behind! Ooh. Let's see you guys fight it out inside that tiny little crap. Кто там еще остался? О, ну и поле битвы развелось. Да, у них потери. В натуре не, не врешь. Так, мы сюда же, да, шли? Почему я должен дверь открывать? А уже все? Мы в офисе службы безопасности. Вижу вас через камеры. Пока никаких призраков и лисы, и ее похитителя. В начале 90-х музей управлял совет печателей. Могущественные ребята. Финансовые магнаты, индустрии и титаны. Председателем празднования был Корней. Попечение использовал музей в качестве прикрытия, занимаясь грязными делишками. По большей части, они все входили в клуб, возглавлявший. Они принимали женщин из реабилитации центра Святого Николая для своевременных ангелов, а по слухам, проводили на них всевозможные мерзкие ритуалы. Нифига себе. То есть, этот один из них похитил для того, чтобы использовать Элис в качестве жертвоприношения, либо типа того, для ритуала. Так, по идее, еще место есть одно для одного оружия какого-то. А для какого, это еще неизвестно. Призраков было много. Но мы словили всех, и за это мне дали довольно много тоже денежек. Мне интересно, сколько у меня вообще денег. 15 тысяч, неплохо. Так, 5000, 13, 23. Ну, я могу вот эти купить два. Нагреватель луча. Либо я могу придержать для более, ну, нового оружия, когда мне дадут. Мы должны найти эту шашку жирную массу. О, здравствуй, Египет. Итак, мы здесь, в египетском зале. Я практически жил тут, когда работал над докторским диссертацией. Опа, что-то захватило. Хорошо, что... And I don't remember the screaming skull so much. They're coming through the black slime. Close the portal. Да что за херня? Я не понимаю этих призраков. Короче, нужно ждать, когда они в стаю соберутся и начнут атаковать. Said it before and I'll say it again. Uh-oh. Минус сколько? А, фу, ладно, у меня было просто минус 50 тысяч. Стоп, надеюсь, мне это не забрали. Нет, найс. Так, эктоплазма частицы летает в воздухе. Ой-ой-ой-ой. Ну, погнали в египетский зал. Так, надо перезапустить все эти. Mm-hmm.
Добро пожаловать куда-то там. Hey, folks. Эй, okay. Люди, все нормально, спокойно, все под контролем. Это охотники за привидениями. Ghost. Призрак! Get away. Уйди! Get away. Уйди! Ну ладно. Будьте внимательны. Так, вижу изображение женщин. А, конечно. Ловушка вновь. Ты закрыл, надеюсь, с призраками. Мне не надоест. Все хорошо. Так, один есть. Тихо, тихо, поднимем. Да, я помогу тебе. Так, подождите, египетских тварей я еще не смотрел. Вернуться. Головешки были, эти были. Дадут на тебе инфу или нет? Ты же все-таки один из тех, которые были. Странно, что мне этих не показывают. А, это одержимая статуя. Gonna have to watch out for you. Hey, Rick, how do we get out? Как мне выбраться из египетского зала? Главная дверь была там закрыта. Главный египетский зал? Попробуй проверить западную стену. Там должна быть дверь, ведущая. Ладненько, так, стоять. Тут есть то, что можно взять с собой. Либо это дверь показывает. Только не падай. All I'm seeing in the pair of goggles is a kind of glowing purple aura. Все, что я вижу через... Это научная догадка. Но так еще призраки ушли в их, и я даже не обслужу. Аномалия сама по себе исчезла. Возможно, через некогда. На сколько часов? Но это же... Долго! Хотел бы я так помочь, Зим. Но любое анализирование этого места... Понимаю. Но данная ситуация далеко от теории. Положительная зараженная слизь может увеличить аномалию. Хорошо, большое спасибо тебе. Надо убираться отсюда. Куда делся Питер? Фак, я знаю, что сейчас может быть. Мы с вами куда идем? Угадайте. В складную, так? Значит, здесь вероятность есть того, что будут манекены.
И поверьте, это очень большая вероятность. Мелкие духи отсюда вылазят. Ладно, плевать. Ой, блядь. Я тоже думал, что за ними следит представитель. Осторожно. Он выглядит мерзким. Голова Азатотепа. Она дышала. Некоторая часть колоссальной статуи злого египетского бога войны Азатотепа никогда не могла закрыть рот. Обычно она просто тяжело дышала и бормотала во время от времени. Она начинала шептать сводящие с ума безумные загадки, которые отправили кучу неудачливых слушателей в психушку. Понимаю. Grab a full scan. То есть это и есть то, что я типа улучшил. Скутер. Скутер, не хочешь завести? Но я уже много всего тут сломал, мне кажется. Нет. Только после тебя. Так, финские вазы чумы. В 1700 годах до нашей эры начальники Решефа тайно устанавливали этот сосуд среди партии товаров врагов. После обнаружения сосуда выпустили различные напасти, терроризируя и пожирая оппонентов болезнями. Надпись на этом отдельном образчике переводится как «Священная крысиная банка». Короче, чумной ящик, другими словами. There he is. Вот он, возьми его. Заметьте, так людишки, так призраки. Картина «Доверители». В 1936 году художник Амброуз Уитман запечатлел самых влиятельных капитанов промышленности города в самый неотверженный момент. Назвал картину «Председатель и правление доверителей». Так, ну в принципе, нам уже должны дать информацию, кто же это за челик, потому что... Что?
Хера, я уже тут 40 штук их убил. А такие 145. Хотя они не как рыбки нападают. Вот на тебя должна уже быть информация, потому что мы уже по картинам видим, кто ты. Короче, это самое лучшее оружие, как я понял. Синенькое. You got a mean streak, Rook. Ладно. Come on, I think we're gaining on it. Буду просто с пушки херячить. Так, не сюда. Уже облегчает. Короче, три выстрела, перезарядка. Эй, парни, вы нашли Элису? Где призрак? Ты ее не видел? Он ведь только что прошел мимо. Наверное, он направляется назад к библиотеке. Есть сигнал? Так, пойдем. С чем взаимодействовать? Подожди. А, это для рассказа. Какой кошмар. Благодарю. Но не нужно слов, герой всегда поможет своей девушке в затруднительном положении. Сейчас твои глаза намного прекраснее, чем раскаленные угли. Я знал необыкновенный пугающий... Почему вы все еще здесь? Все мои данные указывают, что призрачный мир начинает просачиваться через многочисленные порталы со своих измерений. Эх, опять сверхъестественное. Парни, смотрите! Венкам, помоги! Наконец-то она зовет меня. Блокировать выход! Не дайте ему уйти! Прав, отваливай. Уинстон, помоги даме, пока ее опять не утащили. Пойти в библиотеку. Кто бы оказался от этой суперсилы? Не могли бы вы мне объяснить, почему в моих библиотеках, музеях и на важных мероприятиях то ли... Рывом, сэр, охотника за проведение больше, чем рост актеров, пытающихся очаровать вашу репутацию и город, и раскрутить все это. Привет, Пэк. Опять ты все перекрываешься. Вы оба, замолчите. Мистер Майер, подвергай нечто серьезное. Что-то к экзо-музею запустило некий психокинетический систематизированный механизм. Механизм? Да, что вы. Но ведь вы сами все это видели. Кто-то запустил этот самый процесс разрушения между нашим и призрачным миром.
Этот другой мир пересекается в нашем, а все началось с простых призраков, подобных им монстрам. Сейчас все усложнилось, мы не знаем, что будет дальше, город собирается разрушить посреди воздуха. Два материала мира не могут существовать в одном месте, это физика элементарных частиц. Мы нуждаемся посетить другой мир, там не так здорово. Представьте себе, Бруклин и Бронкс, но без Квинта. Целый город, квартиры могут утонуть в пропасти. Появляются тараканы размером. На улицах будут паника. Как будто наступает второе путешествие эпохи Киска. Понял, мы все в беде. И что мне теперь делать? Готовиться к худшему. Город на моей совести и не в вашем. Делайте свою работу. Остановите это. Твой датчик что-то поймал? Просканируй все вокруг и... скажи нам что-то. Ну вот это как раз, видите, созвездие, вот эта статуя. Похоже на созвездие. Почему нет? Хотя мы тут уже все сканировали, тут Let's ничего не было. Сюда, господа. Посмотрим, что нас ждет. Я отвезу Элису в наш офис. Жаль, что придется пропустить все веселье. Окей, давайте. А хотя полетели, этот монстр все равно туда попал, значит, мы с ним сразимся и закончим серию. Так, подожди, а все уже спустились? Он оставил след. Сюда. Ну ладно. Здесь довольно странно, даже звук необычный. Ну, с этого-то все начинается. Что странного? Ну, с этого... система туннеля. Для чего ее построили? Я тоже об этом думал. Может, это лишь старый паровой туннель? Нет, Питер. Данная конструкция не предназначена для прокачки пара, воды, газа, электричества, нефти и даже слизи. Посмотри на ее... как насчет... каннибалы бы разорвали это. Я не распознаю данных сплав. Ага, нам нужны призрачные ключи, либо что-то типа того, да? Иди сюда, за мной. Пока мы не пошли, предлагаю на этом с вами закончить, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.